Друзья мои, я хочу, чтобы вы кайфанули вместе со мной. Какая чудесная музыка. Я буду говорить о просветлении. Делаю тише. Когда вы где-то на просторах интернета встречаете молодого человека с пухлыми щечками, и который говорит: «О, счастье, я стал просветленным, жизнь прекрасна», выключайте, пожалуйста, интернет, ложитесь спать, а лучше возьмите бутылку водки. Потому что тогда вы поймете, что у человека не все с мозгами в порядке. Планета Земля не создана для того, чтобы быть счастливым. Планета Земля создана для того, чтобы работать на ней. Потому что если вы какое-то время счастливы, то потом вы несчастны. И это очень большая проблема. На планете Земля нельзя быть самим собой, потому что вы имеете рецепторы, вы имеете тело, да? Вы имеете соседей. Вы имеете собачников, которые гуляют с собаками. И это каждая любая собака может броситься на вас, да? Представляете, да? Собаки кусаются, оказывается. Соседи тоже кусаются. А еще какой-то алкоголик может плюнуть вам в лицо. О каком просветлении вы говорите? Как можно говорить о полном счастье на планете Земля, когда в любой момент мы можем получить какой-то ракетный удар, например, неважно с какой стороны. От хороших ребят или от плохих ребят. Хорошие и плохие ребята теперь одинаковые. Просто хорошие говорят о себе, что они хорошие, а плохие говорят о тех, которые хорошие, плохие, а и наоборот. Поэтому о каком просветлении вы можете говорить? Другой вопрос. Когда вы тяжело работаете над собой, когда вы движетесь в сторону просветления, когда вы стараетесь понять, о чем я говорю, вот тогда вы движетесь к просветлению. И, соответственно, это и есть просветление. Потому что вот это вот движение, оно и есть просветление. А сказать себе: вот я гуру, садгуру, бодхисаттва, архат, неважно что, это глупость, это неправильно, этого не может быть. А если этого не может быть, не надо в это верить. Потому что если вы верите во что-то, это вы берете на веру. А вы должны знать абсолютно точно, что на Земле, вследствие того, что у человека есть мясной костюм, он не может быть счастливым. Ему постоянно что-то нужно. Он постоянно в просьбе. В просьбе секса, в просьбе еды, машины, дома, бассейна, еще что-то. Поэтому работайте над собой. И ваша борьба с собственной ничтожностью сделает вас великими. На сегодня все.